Всем привет! Меня зовут Александра, я на нашем канале буду обозревать серию техник. Сегодня я буду рассказывать про вот такую вот модель 42028. Это бульдозер. Ну что, давайте перейдем к делу. На лицевой стороне у нас изображен сам бульдозер, модель А. Здесь в уголке функционал. На обратной стороне траншея-копатель. Сейчас откроем эту коробку и посмотрим, что внутри. Коробка у нас, как видите, небольшая, не маленькая. Средняя, можно сказать, коробка. Вот. Ценовая категория у нее также средняя. Чтобы открыть набор, нужно нажать с двух сторон вот здесь вот на такие вот штуки. Пальцы нарисованы. Честно сказать, меня как обладательницу ногтей и маникюра это малость бесит. Я с таким обычно не сталкивалась, потому что я собираю обычно всякие топовые наборы или эксклюзивы, в которых вот таких вот нет штучек. Ну, сейчас посмотрим, как я с этой задачей справлюсь. Буду по одной делать, хотя вроде как можно одновременно. И две. Вот. Что это такое? Не, если бы у меня были акриловые ногти, проблем бы вообще не было. Ой. Ну вот, с горем пополам я ее открыла. Вообще, это какая-то гендерная дискриминация, честно говоря. Мужчина, я думаю, с этим справляется вообще в легкую, конечно. Ну, женщинам тяжело. Хотя, я, конечно, еще достаточно молодой участник сообщества Лего, но как-то техник любителей строителей женщин я как-то особо не встречала. Ладно, едем дальше. Итак, что мы видим здесь? Мы видим 5 пакетов с деталями и одну бумажку с наклейкой. Ну, такой вот наклеек как-то мало, ну и набор маленький. Собирать мы будем обе модели, и вы сможете выбрать, какую именно вы хотите посмотреть.